Тестовый эфир, первая запись. Совсем скоро мы скажем доброе утро, любимый город. Ну а сегодня тестовый режим. Я Диана Станкевич. Макс Меньшиков. И Аркадий Васильевич на Зефир ФМ. Знакомьтесь, перед вами новое трио. Именно с этими голосами на волнах самого сладкого радио страны уже весной будет просыпаться родной город. Позади десятки резюме и строгий отбор. Каждый день я проводила кастинги, общалась, и только сейчас я нашла ту тройку людей, которые по образу, по темпераменту, по своему характеру могут стать действительно настоящим классным утренним шоу, которым не стыдно выпустить на Зефир ФМ. «Пять пятниц» — это трехчасовое интерактивное лайв-шоу. Каждый будний день с 7 до 10 утра Макс Меньшиков, Диана Станкевич и Аркадий Васильевич будут обсуждать самые актуальные инфоповоды и злободневные темы, общаться с гостями в студии и, конечно, разыгрывать подарки. Ну а пока интенсивная подготовка к запуску новой программы на Зефир ФМ и погружение в мир радио. Ребят, вот это диджейский пульт, и если вы нажмете кнопочку прямого эфира, самое главное, не забыть ее выключить, иначе все потом узнают, о чем вы думаете, с кем вы разговариваете и что вы вообще делаете за эфиром. Макс Меньшиков – студент 4-го курса БГУ факультета журналистики. Связать свою жизнь с эфиром решил еще в 10 классе. Проходил практику на минских радиостанциях и телеканалах. Сегодня он предпочел столице «Город на Березине». Прошел кастинг и вошел в новый состав утреннего шоу. Руководство медиахолдинга обеспечило всем необходимым для переезда и позаботилось даже о жилье. Максим отмечает, Зефир ФМ – перспективная площадка для молодых специалистов, крепкая школа и отличный коллектив. Наслышан о брутанах и блондинке. Довольно живая программа, качественная и в прошлом востребованная. К сожалению, она сейчас уже закрылась, и мы будем как-то возобновлять, только под другим названием. Ну и марку будем держать, собственно, высокую. Каждый день диджеи работают в тестовых эфирах и пишут сценарии. И если Максу пришлось вливаться в коллектив, то Аркадь и Диана приятно удивились, когда встретились на кастинге. Оказалось, они уже знакомы. Я давно мечтала попасть на радио, и я написала Алене о том, что, возможно, открыта вакансия. И только потом, через несколько дней, я узнала, что вакансия действительно открыта, и уже прошло собеседование, и вот я здесь. Какие-то проекты мы уже делали на Зефир ФМ, это там и анекдоты, и где-то когда-то приходил, подменял ребят, ну, на утреннем шоу. Это та площадка, на которой можно себя реализовать больше, как профессионал. Мне интересно это, и хотелось бы внести какую-то такую нотку свою в развитие медиа в городе, потому что город у нас кайфовый, хочется его как бы развивать. Впереди еще несколько недель активных дней и бессонных ночей в поисках тех самых идей. После чего ребята, у которых пять пятниц на неделе, зазвучат на всю страну. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.